Вечером 8 декабря в Ульяновске во второй раз в своей истории выступит легендарная рок-группа ДДТ. Накануне, сразу по приезду в Ульяновск, ее бессменный лидер Юрий Шевчук пообщался с журналистами. Надеюсь, хороший концерт в Ульяновске. Постараемся не облажаться. Программу привезли интересную, она идет хорошо. Это история звука. Песни 80-х, 90-х, нулевых. Ну, в общем, много всего. Будет интересно, надеюсь, да. Шоу, звук, свет, экраны, визуализация. Ну, все как у ДДТ. С 3-4 уже у нас идут репетиции. Потом концерт. Потом автографы. Да, да, еще часа полтора-два. Это фотографирование. Но я терпеливый очень. Если людям это надо, конечно. Но я вчера уже ныл. Я уже просил меня отпустить. Я немножко подпростыл, да. Ну, в общем, после этого, вы знаете, какую-то тарелку борща, каши и спать. Просто. Ну, много работы, да, в этом смысле. Гастроли даже с туризмом трудно сочетается. Куда-то поехать, посмотреть, потому что настолько... И мы выкладываемся на концерт. Каждый концерт должен быть как последний. Самое главное, меня нашло дело, которое я люблю. Это очень важно. И просто, когда ты занимаешься любимым делом, это перестает быть работой. Такой, знаете, работой. А это просто любимое дело. Это очень важно. Я благодарен судьбе вот, за то, что, чем я владею. Да. Конечно, можно было бы получше и поинтереснее своим делом заниматься, но мы, тем не менее, все время куда-то движемся в какую-то сторону. Этот путь замечательный. В общем, нормально, если чувствую. Хорошо. У меня писательский возраст сейчас. Да, полтинник вот в это время, это писательский возраст, когда у тебя еще есть энергия, но и к ней немножко мозгов. Это хорошо. И жизненного опыта. Это нормальный возраст. Да. У вас, оказывается, в 80-х есть песня «Революция». Мы ее играем. Да, вот, это замечательно. На родине вождя революции, да, в 17-м году. Да, да. Не кажется ли вам символичным? Мне кажется, символично, да, хорошо. А вообще приметы какие-то у вас? Революция, ты научила нас верить в несправедливость, борьба. Мысль какова была, что каждая социальная идея, теория, она, теряя свой ореол, вот мы все идеалисты в чем-то, и вот мы, кто-то верит там в либерализм, в демократию, кто-то там в социализм, она всегда, вот эта идея, мечта о братстве, равенстве, она всегда имеет свой ореол колоссальный просто. Но когда она спускается на землю, вот в реальность, вот этот ореол как-то теряется, и вот под этой шкурой земли начинаются баблосы, начинается психология, типажи человеческие, и, как ни странно, все рушится. Вот об этом песня. И начинаются жертвы колоссальные. Но вот как-то он не получается, чтобы революция, вот она произошла без погромов. А погромы и революция, конечно, разные вещи. Но вот и об этом песня, да? В добро надо верить. Мы злые какие-то стали, нас злят очень. Очень много зла и по ящику, и так далее. Ну, я не знаю. Ну, я всегда на концертах сейчас понимаю, может быть, это звучит пафосно, но говорю о добре, о мире, о любви. Потому что мне кажется, что это самые важные слова сейчас. Скоро Новый год, есть какие-то свои традиции новогодние у Юрия Шевчука? Выпить, закусить, как у всех. Нормальные традиции. Русские народные, да, все хорошо. Но без телевизора только. Ну, телевизор, вот эту попсу, я... Это портить просто себе Новый год. Так, что-нибудь поставить, хорошую музыку, свечки там. С супругой, приятно, с семьей. И праздник очень милый, мы с детства просто прекрасен. И Рождество, безусловно, может быть, важнее для меня даже. В 80-х годах вышел фильм «Алексея Учителя. Рок», и вы один из его героев. Да. Недавно вышел еще один нашумевший фильм «Алексея Учителя». Вот хотелось бы узнать ваше мнение и ваше мнение по поводу всей этой ситуации вокруг. Ну, это шум какой-то непонятный, слушай. Сейчас, видите, ну, как вам сказать... Ну, как в 20-30-х годах. Ну, культура – это вещь очень тонкая, нежная. Это тонкий слой масла на бутерброде, на сухаре, да, черном, черного хлеба. Она исчезает мгновенно. И в культуре, конечно, сейчас на нее наезжают, но люди невежественные во многом, не понимающие нюансов, не понимающие истории искусства, развития культуры, не понимающие, не знающие ничего. Они на уровне нравится, не нравится, к культуре подходить нельзя. Культура – это концепция, это много всего.
Есть теории накопления, теории взрывов, теории такие-сякие. И когда люди, ну, малообразованные, начинают там нам навязывать свои вкусы, я говорю, мы это проходили в образе там соцреализма, да, который был весьма неудачным жанром, да, во многих вещах, хотя были и художники крутые. Но это все, ну, нельзя вот так все припечатывать и делать из этого плакат. Культура вещь тонкая, в чем-то радикальная, потому что она раздвигает сферы сознания, она впереди немножко обывательских вкусов. Но когда обыватель, вспомните Мигель Артега и Гассер, что обыватель будет как бы владеть и командовать культурой. Он написал еще в начале 20 века. То есть со своими невысокими вкусами, нормальными такими вот. Снег должен быть белый, небо синим, дерево зеленым. Но это же ужасно. Дерево может быть красным, а снег может быть оранжевым или лиловым. Это искусство. Это разные вещи, разные образы мышления. Ну и мне кажется, это все от недостатка образования сейчас, которое в стране очень страдает. За последнее время оно очень упало.